Здравствуйте. Разберем новую тему оксикислоты или спиртокислоты. Гомологический ряд формулы, тривиальные названия, ЮПАК. Формула первая CH2OHCOH альфа-оксиуксусная, потому что образована она от уксусной кислоты или гликолевая. 2-оксиэтановая. Вторая. Альфа-оксипропионовая или молочная, потому что от пропионовой кислоты или молочной кислоты образована эта формула. Или 2-оксипропановая. Следующее. Бета-оксипропионовая, 3-оксипропановая. Альфа-оксимасляная, 2-оксибутановая. Бета-оксимасляная, 3-оксибутановая. Это изомеры пошли. Гамма-оксимасляная, 4-оксибутановая. Бета-оксиизомасляная, 3-окси-2-метилпропановая. Альфа-оксиизомасляная, 2-окси-2-метилпропановая. Теперь посмотрите еще раз внимательно на все формулы. Нумерация их идет цифренно и буквенно. И вы увидели, что тривиальные названия расположения группы OH обозначаются буквенно, а ЮПАК – цифренно. Оксикислотам характерна основность по числу групп COOH и атомность по числу групп OH, входящих и в состав COOH. Посмотрим, например, лимонная кислота – трехосновная и четырехатомная. Обозначение нахождения группы H буквами альфа, ну это вы, наверное, знаете, бета, гамма, дельта, эпсилон и так далее.